This conference will now be recorded. Если вводить запросы на поиск с хэштегами, что это дает? Приведите пример, посмотрим. Ищем отзывы о курорте К, получаем рекламу самых дорогих, и не всегда по К от запроса осталось только отзыв. Ну, во-первых, рекламу, вы помните, мы пропускаем, потому что реклама, она формируется по совершенно другим законам, по другим принципам. У нас совершенно отдельный курс по этой теме, поисковый маркетинг 2, где мы как раз принципы формирования рекламной выдачи разбираем и работаем с рекламными кабинетами Яндекс.Директ и Google Ads. То есть, поэтому мы вот этот блок, как раз о котором я говорил в начале, мы должны опускать. На него мы не обращаем внимания, у него совершенно свои законы существования, и алгоритмы машинного обучения там тоже присутствуют, но они работают по другой логике. А если говорить про органик выдачу, то, собственно говоря, там уже работает как раз вот то, о чем я рассказал. И уже степень его качества, качество выдачи, кстати говоря, это тоже важный момент. В алгоритмах машинного обучения нужен обязательно внешний человеческий контур, фактор. И в поисковых машинах эту функцию выполняют ассессоры. Ассессоры – это специально нанятые люди, которые как раз-таки для машины контролируют, выполняют функцию проверки, контроля качества результата выдачи и качества контента, то есть документов, и эта информация попадает в алгоритм машинного обучения как обучающая информация. Данные, которые поступают от ассессоров, служат инструментом обучения алгоритма, и это кардинально, заметно улучшает качество предсказания работы алгоритма машинного предсказания. Как раз-таки вот вопрос, как это тестируется. Во-первых, это проверяется ассессорами. А во-вторых, самый лучший тест – это посмотреть на результаты поведения самой целевой аудитории. То есть, если качество поведения аудитории вырастает, то есть, например, пользователи совершают меньше хаотических телодвижений по выдаче, то есть они выбрали 1-2 документа, и все, это значит, они получили всю необходимую информацию, которая их интересовала. Если они пытаются, во-первых, время, которое они проводят в результатах выдачи и так далее и тому подобное. То есть масса так называемых кликовых и поведенческих факторов данных собирается. И при внесении изменений в алгоритм рекомендатора это поведение можно отследить. Если его качество поведения аудитории улучшается, значит, соответственно, алгоритм отрабатывает лучше. Хочется разобраться в требованиях к исполнителю при составлении ТЗ. Это нормально, ничего в этом странного. Когда сайт заказывать нужно, то, к сожалению, действительно придется погружаться в тему так или иначе, потому что любые подрядчики, любые разработчики обязательно будут разговаривать на своем птичьем языке. И как раз-таки, вот в частности, примерно на том, на котором проходит сегодня наша встреча, если вы, например, обращаетесь к оптимизаторам, а, кстати говоря, что важно, оптимизацию интернет-ресурса лучше заказывать до его разработки, то есть еще на этапе его проектирования лучше одновременно еще и обратиться к SEO-специалистам, потому что тогда, когда сайт будет уже полностью готов и сделан, его оптимизация фактически будет означать переделку этого сайта, поэтому вместо того, чтобы переделывать уже существующие сайты, лучше сразу заранее заложить, пусть небольшое время, но время и ресурсы на его проектирование, и в дальнейшем это уже не потребует каких-либо серьезных переделок для того, чтобы оптимизация была простой и удобной. Спрашивают сайт свадебного агентства. Тема одноразовая, не сильно связана с предыдущим поведением пользователя.
Да, действительно довольно трудно выявить какую-то закономерность, хотя на самом деле вполне можно. Есть определенные паттерны поведения пользователей, которые через какое-то время готовы обратиться к, соответственно, например, агентствам свадебным. И эти паттерны очень хорошо выявляются как раз алгоритмами машинного обучения. Например, будущих молодоженов, будущих родителей, например, машина очень и очень запросто вычисляет по их паттернам поведения. Как раз-таки именно в этом очень сильны алгоритмы машинного обучения. Часто они даже предсказывают то, чего человек сам о себе еще пока не знает. То есть человек уже готовиться к тому, чтобы стать, например, родителем, и еще даже, может быть, только-только первые шаги в этом направлении делает, а поисковая машина по его паттернам поведения в интернете уже может предсказать это с довольно высокой степенью достоверности. Хорошо, вижу. Спасибо большое за вопросы. Есть ли правила синтаксиса для поискового запроса, повышающие качество результата? Да, действительно, у поисковых машин можно найти в хелпе. Сейчас я попробую. Так, этот сервис называется webmaster.yandex.ru. И у него есть help, в котором можно найти правила синтаксиса. Справка. Сейчас справочник. Синтаксис директивы. Нет, это про robots.txt. В общем, я думаю, что стоит именно вот здесь поискать эту информацию. У меня ссылочка на этот сервис есть в презентациях по курсу, но сейчас по памяти я не помню, и достать презентацию не получится. Вот, тут очень много как раз всего. Давайте я скину хотя бы ссылочку на этот help. Я уверен, что там вы в нем найдете. Можно попробовать, кстати говоря, операторы запросов также. Символы и операторы. Это не совсем то, но вот это очень близко как раз. Это правда, Яндекс.Директ почему-то уже оказался. Нет, так тоже. Поисковые операторы. Он меня уже перебросил на help по директу, поэтому лучше набрать поисковые операторы в том поиске, который я скинул в чат. Да, там их очень много. В первую очередь это URL, host, это операторы сайта, это операторы как раз, ну вот кавычки, знаки минус, восклицательные знаки, те, которые как раз применяются и в директе. Но есть очень много специализированных своих собственных поисковых операторов. Обратите внимание еще и на них. Еще вопросы?
Спасибо большое. На этом сегодня наша встреча закончена. Благодарю вас за вопросы, за активное участие. Если у сайта нет SSL-сертификата, будет ли он в выдаче? Да, будет, но очень вероятно, что на очень низких позициях. В настоящий момент отсутствие SSL-сертификата, точнее отсутствие HTTPS-протокола в работе сайта интерпретируется как понижение его качества. Поисковая машина, а точнее теперь мы уже можем смело говорить, рекомендательная система, она рекомендовать такие документы будет на более низких позициях, то есть такие документы будут менее заметны в результатах поисковой выдачи по той причине, что доверие к таким ресурсам ниже, как со стороны поисковой машины, так и по мнению поисковой машины со стороны пользователей. Сейчас это уже фактически данность. Об этом прямо заявили и в Гугле, и в Яндексе. То есть используем протокол HTTPS по максимуму везде, где только можно. Настройки конфиденциальности, которые можно отключить в браузере, это действительно способ уменьшить количество собираемой о вас информации, но это, тем не менее, не ограничит ее полностью. То есть на самом деле любые блокираторы рекламы, любые как раз вот настройки браузеров, которые ограничивают собираемые о вас данные, они делают все только хуже. По итогу, по факту, рекламу вы будете видеть не меньше, а скорее даже больше. Только она будет еще более нерелевантная, и точнее, еще более раздражающая, чем могла бы быть. И поэтому попытки вот обмануть таким образом поисковые сервисы, либо рекламные сервисы, они выходят боком. Так что я не думаю, что это какой-то эффективный метод борьбы с этим бедствием. Задают прямой вопрос, на который не хочется давать ответ. Это собирают ли сервисы данные с микрофона? И действительно, масса примеров показывает, что это так. Во всяком случае, если кто-то видел, как выглядят компьютеры в офисе у Марка Цукерберга, то, наверное, все помнят, что там везде заклеены камеры, везде заклеены микрофоны, причем такими двусторонним скотчем, таким толстым. И, наверное, это не случайно. Я не буду теории заговора здесь озвучивать, но вероятно, что в этом есть какой-то смысл. Спасибо, Юрия. Спасибо большое за отзывы. Ждем вас на других наших семинарах. Они у нас проходят регулярно. На сайте специалиста вы можете в разделе «Бесплатные семинары» их найти. Всех, кто еще не был у нас, приглашаю вас на занятия наши по интернет-маркетингу, по контекстной рекламе, по таргетированной рекламе, рекламе в социальных сетях, по, соответственно, инструментам аналитики, по Google аналитике, по Яндекс.Метрику, по метрике, ну и так далее. Ждем вас на наших семинарах и на наших курсах. Спасибо большое. До свидания, до встречи. This conference will now be recorded.
Thank you.